выгодно. Покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Терромобил на Янаульской 1А. Это сейчас тут все расчищено практически до земли, подход к остановке обеспечен. Но буквально неделю назад людям приходилось пробираться к ней узкими народными тропами или прямиком по проезжей части. Мы попросили прокомментировать ситуацию руководителя городской коммунальной службы Эльдара Абдуллина. В силу занятости он не смог встретиться с нами лично, но прислал видеоответ. На данном участке тротуар не предусмотрен, так как здесь проходит теплотрасса. Механическая очистка механизированная здесь не производится. Данный участок предусматривает пешеходный переход для остановки. Переход по данному участку для остановки без павильона на автобусную остановку. Она очищена. Очищена. Подсыпано песчано-солевой смесью. Вопрос переадресовали в администрацию. В отделе жизнеобеспечения и благоустройства пообещали разобраться в ситуации и найти решение. Неожиданно, но чиновники слово сдержали. Буквально на следующий день к остановке можно было пройти, не преодолевая горы снега. В администрации подчеркнули, что они готовы к диалогу с жителями, в том числе через социальные сети. Заверили, что отреагируют на все поступающие обращения. Такое поручение дал главам всех муниципалитетов республики в РИО главы Башкирии. Марина Медвинская, Валерий Зазулин. Время новостей.